Анастасия Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Рада приветствовать вас на территории нашей школы. Я тоже очень давно уже не была у вас. Расскажите, как у нас тут порядки? Ну, я думаю, хозяина видно со двора. Да, двор у вас очень замечательный, потому что в прошлом году мы положили эту брусчатку и с целью только с одной, чтобы она была задействована во всех массовых мероприятиях, которые проходят на территории вашего образовательного учреждения. Ну и, конечно, сейчас ко Дню Единства готовимся. Репетиции на ней проходят? Проходят. У нас ряд мероприятий проходит, я даже бы сказала, больше все мероприятия проходят здесь, особенно в осенне-летний период, потому что территория сейчас, как вы видите, благоустроенная. И, соответственно, очень много места, поэтому мы его используем. Это замечательно. Анучинский район. Территория, образованная в 1935 году. В 2019 году преобразована в округ. Сегодня здесь активно участвуют в различных краевых программах, но при этом многое делается за счет собственных средств. Так было проведено благоустройство территории средней школы села Анучино. Эта площадка важна для проведения массовых мероприятий. Здесь проходят зарядки, квесты и турслеты. На базе школы функционирует специализированный агрокласс с направленностью пчеловодства. В этом году открыли специализированный педагогический класс. Мы находимся на территории окружной школы. Это самая большая школа из всех школ, которые у нас находятся на территории Анучинского муниципального округа. Здесь учатся более 500 человек, укомплектованный полностью педагогическим коллективом. В этом году в нашу школу зашли 3 молодых специалиста. Мы очень рады их видеть. С ними уже работают учителя-наставники. Причем не только в направлении молодой учитель, педагог, который со стажем, но и наоборот. То есть молодежь нас еще чему-то тоже учит обязательно. В прошлом году, в 22-м, мы отремонтировали замечательную площадку для того, чтобы именно здесь проходили школьные мероприятия, посвященные значимым событиям в жизни каждого школьника. Это и последний звонок, это 1 сентября и ряд других мероприятий, которые проводит сама школа. Школа чистая, уютная. Коллектив слаженный, все настроено. В этом году, с 1 сентября 2023 года, к нам зашла новый директор школы Рахуба Анастасия Николаевна. Вот отработав 2 месяца, связываемся с ней, поддерживаем ее обязательно и ряд вопросов решаем совместно. Конечно, больше всего вопросы бытового характера, но все решаемое, все получается пока. А как вы считаете, вот насколько необходима была здесь подобная площадка? Здесь немножко другая территория была. Когда заходил сюда подрядчик, расстояние школьного двора буквально было 2-3 метра. Здесь помещалось и родители, и школьники. Это было очень неудобно. Вот было принято решение главой нашего округа Сергеем Алексеевичем о том, чтобы сделать просторную площадку для всех мероприятий. Вот подрядчик зашел в 22-м году. Более 8 миллионов здесь было затрачено на строительство. Благоустройство полностью было проведено. Забор был восстановлен в рамках территории школы. Ну и, конечно, самое замечательное – это, конечно, брусчатка, на которой мы сегодня с вами стоим сейчас. И она, конечно, и глаз радует, и статус подчеркивает школы, как именно районной школы, окружной школы. Вот поэтому мы, конечно, очень рады. А тут, получается, после благоустройства теперь проходят не только школьные мероприятия, но и общегородские? Здесь в основном-то школьные, но пока мы еще в планах есть задействовать эту площадку именно в рамках мероприятий окружного характера. Не буду там забегать вперед, не расскажу вам про это. Вот приглашаем вас на эти мероприятия, обязательно с вами созвонимся и пригласим вас. И также вопрос касаемо, в принципе, образования. Вот что сейчас делается для повышения уровня образования на территории? Конечно, прежде всего для повышения качества образования в округе проходит ряд интенсивов, которые сейчас работают через Министерство образования. Сегодня у нас учителя математики уехали в город Владивосток для повышения своей компетентности в предмете математика. Вчера у нас состоялось окружное мероприятие районного характера, РМО называется, районное методическое объединение, где каждому было донесено до
тех результатов, которые мы планируем в 2024 году. Поэтому каждый раз, когда говорим о качестве образования, понимаем, насколько это сложный процесс, но он должен быть выполним. Эта задача стоит перед нами — повысить до уровня тех результатов, которые имел наш Приморский край в 2023 году. Вот, поэтому каждый учитель заряжен, каждый учитель понимает, какую несет ответственность. Ну и, конечно, теперь только держим кулачки за то, чтобы все случилось, все получилось. В Анучинском округе уделяют особое внимание патриотическому воспитанию и содержанию исторических монументов. В этом году были проведены работы по сохранению памятника партизанам. Заменена историческая фигура партизана, благоустроена территория, а весной планируется озеленение, посадка кустарников и клумб. Этот объект называется «Памятник партизан». Он реконструирован в этом году благодаря программе правительства Приморского края по охране объектов культурного наследия. Мы выполнили проект, зашли с капитальным ремонтом, за собственные средства благоустроили. И нам осталось всего лишь сделать озеленение, на что мы приглашаем жителей Анучинского муниципального округа весной для участия в этих мероприятиях. А насколько вот необходима была здесь реконструкция и благоустройство? Реконструкция была необходима, потому что предыдущий памятник, установленный в 1967 году, пришел практически в негодность, имел уже недостойный вид, а мы, занимаясь военно-патриотическим воспитанием нашего подрастающего поколения, должны подавать пример, вспомнить свою историю, ценить ее и на примерах героев, в том числе и гражданской войны, воспитывать свое подрастающее поколение. Это получается, откуда идет финансирование на благоустройство и реконструкцию? Благоустройство было сделано за счет наших средств. Проект был выполнен за счет средств муниципалитета, а деньги на саму реконструкцию уже получили по программе правительства Приморского края. А вот то что-нибудь еще глобальное по благоустройству планируется вот до конца 2023 года закончить, возможно? Мы, в принципе, выполнили все свои мероприятия, те, которые были запланированы на 2023 год. Поэтому есть планы, большие проекты на то, чтобы реализовать их уже в 2024 году, при помощи и поддержке нашего правительства. А вот насчет правительства, как вам работается под руководством нашего губернатора? Большая заслуга, конечно, Олега Николаевича в том, что те программы и то софинансирование, с которым мы заходим, оно очень комфортное. 1-2%. Наша задача только подготовить проекты, коих у нас масса, и мы готовы работать с правительством и дальше, и с Олегом Николаевичем, естественно, непосредственно. То есть планы на 2024 год глобальные? Да, ведь проектов достаточно много. Это инициативное бюджетирование, твой проект, это проекты по благоустройству территории, по строительству спортивных площадок, детских площадок. Поэтому работаем дальше. Одно из самых любимых мест для жителей Анучинского округа – Дом культуры. В рамках национального проекта «Культура» здесь был произведен капитальный ремонт помещений. Отремонтированный зрительный зал, фойе, произведена замена систем водоснабжения и электроснабжения. Мы находимся в Доме культуры села Анучино. Дом культуры села Анучино в 2022 году в рамках национального проекта был отремонтирован капитально. То есть вот мы находимся в зрительном зале, который, посмотрите, как
так прекрасно в современных условиях отремонтирован. Также у нас были отремонтированы фойе, затем был отремонтирован спортивный зал. Также у нас здание это двухэтажное. Также на втором этаже отремонтированы капитально кабинеты, ну и санузел тоже. В общем, капитальный ремонт у нас прошел в рамках этого проекта. И определенная сумма, вообще-то большая, 16 миллионов было потрачено, из них 3 миллиона федерального бюджета, затем региональный бюджет, значит, 12 миллионов, и 1% от всей суммы, это порядка 500 тысяч, было потрачено местное денежное средство. Но кроме этого, муниципальный бюджет нам выделил денежное средство на приобретение кресел вот в зрительном зале. Посмотрите, какие современные мягкие кресла находятся. Это порядка 2 миллионов. Еще муниципальный бюджет также выделил денежное средство на ремонт зрительного зала и на ремонт второго этажа. Хочу сказать еще о чем или о ком. У нас очень хороший подрядчик. Вот мы, конечно, все провели закупочные процедуры, и аукцион у нас выиграл ООО, это общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» города Арсеньево. Мы очень тесно работали, контролировали проект этот, контролировал у нас еще стройконтроль, поэтому я считаю, что на сегодняшний день мы, собственно говоря, этот наш Дом культуры отремонтировали замечательно. Люди приходят к нам с удовольствием. У нас повысилась посещаемость Дома культуры, выросло количество наших коллективов. У нас появилась робототехника. На втором этаже у нас художественная студия «Палитра». У нас очень много спортивных секций. У нас занимаются также инвалиды здесь, то есть у нас вокальный коллектив есть «Калина», состоящий из людей с ограниченными возможностями. Поэтому я считаю, что спасибо, конечно, нашему губернатору спасибо, спасибо Министерству культуры Приморского края. Наш же президент контролирует эти национальные проекты, поэтому мы очень рады. И мы в будущем, у нас еще другие объекты есть по всему нашему Анучинскому округу, сельские дома культуры, которые необходимо ремонтировать тоже капитально. Мы будем участвовать обязательно в этом проекте, будем подавать заявочную документацию. Заявочная документация у нас готовится уже на сельский дом культуры «Гражданка». Проектно-сметная документация готова. Готова проектно-сметная документация на сельский дом культуры в селе Новая Гордеевка. Вот эти объекты мы постараемся, конечно, подать заявочную документацию и капитально отремонтировать. А как вы считаете, вот насколько необходим был здесь подобный ремонт? Ремонт был необходим, потому что в эксплуатацию вступил Дом культуры, это в 1990 году, и ни разу не проводился капитальный ремонт, только текущий ремонт, то есть поддерживали. Побелка, покраска поддерживали, чтобы в удовлетворительном состоянии находился объект. А капитально, конечно, нет. И вот это была такая вот наша задача добиться. Мы несколько раз подавали документацию, то есть заявки. Но, к сожалению, вот так получилось, что не выделяли денежных средств. А вот в 2022 году, конечно, вот в рамках нас проекта «Культура» нам выделены денежные средства, и мы, спасибо, отремонтировали наш этот объект. А как сейчас в целом вот идет развитие культуры на территории? На территории, я вам хочу сказать, что активизировала работу культура. Почему? Потому что появились у нас новые коллективы. Мы стараемся поддержать наших заведующих, наших директоров. В каком плане? Мы стараемся приобрести им какие-то и технические средства. Стараемся где-то отремонтировать, где-то текущие, где-то покапиталить немножко. Где-то заменить отопительную систему, где-то электричество подремонтировать. В общем, мы стараемся и поддерживаем. И наши директора не остаются в стороне. Они более для населения проводят мероприятия культурно-массовые, очень у нас интересные. Это можно посмотреть и в социальных сетях. И, значит, выставки организовывают,
Поэтому я считаю, что культура на сегодняшний день в Анучинском округе все-таки выросла и продолжает все-таки развиваться.